таким монитором ты чувствуешь, что ты можешь жить вечно. Реально, жить и сидеть шпилить вечно. Это Predator X27, и он просто чумовой монитор, реально. Для настоящих хардкорных геймеров здесь есть тупо все. Итак, пацаны, 27 дюймов. 27 дюймов технологии изображения на квантовых точках. То есть система локального затемнения, когда нужен черный цвет, они вырубаются, когда нужен белый, они вырубаются на полную мощность. Короче, это просто офигенный монитор. Плюс Tobii Eye Tracking. В этой игре он не поддерживается, но это та технология, когда слежение за вашим взглядом. То есть куда вы посмотрите, туда персонаж и тоже смотрит. И поворачивается, прицеливается и так далее. То есть все это здесь работает, и вы можете этим пользоваться. Правда, сейчас не во всех играх. Итак, что еще офигенного? Разрешение может быть либо 4К, либо Quad HD. На 27 дюймах это отличный вариант разрешения. Плюс HDR 144 Гц и отклик 4 миллисекунды. Я думаю, это максимально возможный отклик сейчас при таких характеристиках. Это просто бомбическая тема, тем более вот эти штуки, которые закрывают свет и не дают бликовать, но это просто чума, реально. Вот ты сидишь погруженный просто в игру максимально, и это настолько круто, что хочется просто шпилить, шпилить, шпилить и не прекращать. Я не знаю, сколько он будет стоить, но денег не жалко, реально. Знаете, что еще мне здесь нравится? Это ножка. По виду этой ножки никогда не скажешь, что этот монитор устойчив на столе. Но на самом деле он реально хорошо стоит. Монитор просто бомба. И я очень хочу себе его домой. Даже больше, чем тот, который у меня есть. Слышите, Acer? Слышите? Подписывайтесь на канал, вы увидите еще много офигенных штук здесь, потому что мы далеко не все посмотрели. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока!